Друзья, всем привет! Хочу показать вам свои персики. Я живу в Беларуси, это 5-я климатическая зона. У меня два дерева. Одно я веду в кустовой форме, видите, два ствола, а второе деревом. Ну, так мне посоветовал продавец этих персиков. И вот здесь такой же был огромный урожай, но он закончился чуть более 2 недель назад. Начался достаточно рано. И плоды были крупнее и сочнее. Вот просто сок, один сок, не объяснить даже на словах это все. Здесь урожай стал созревать немножечко позже. Вы только посмотрите. Это невероятное количество. Собираем то, что упало. Стараемся каждый день. И вот, смотрите, по большой корзинке. Вот какого они размера, мои персики. Огроменные просто. Вот. Такие, смотрите, прямо веточки не держат. Мы планировали подвязать, все как-то не успевали. И что я еще хочу сказать, эти плоды немножечко меньше от кустовой формы дерева, и сейчас они немножечко суховатые, что ли, то есть не такие сочные, но все равно вкусные. Мы уже их едим, наелись, уже никто не хочет. Я вот собираю, угощаем знакомых, друзей. И сами кушаем, это витамины, все выращено без какой-либо химии, то есть органическое, можно сказать, земледелие. И вот такой вот урожай, просто супер. Посмотрите, сколько, невероятное количество. Я не знаю, вот такие вот персики. Это сорт елгавский, если кого интересует. Выращены они у нас в Беларуси, семечко. Покупала я их, получается, 2-летними саженцами. И стала урожать уже на следующий год. То есть вот в этом году, допустим, я посадила весной, а в следующем году уже собирала урожай. И так каждый год. Вот плодоносят каждый год. Кустовая форма пораньше дает урожай. Ну а вот в виде дерева чуть-чуть позже. Но смотрите, сегодня середина сентября. Какой урожай! Это нечто, надо, наверное, варить варенье какое-то из персиков. Есть у меня один рецепт, скорее всего, так как, ну, свои персики, да, в Беларуси, это сказка, правда? Вот хотела вам показать, часть собрала, вот, еще буду собирать. Так что персики в нашей климатической зоне вырастить реально. Урожай будет огромный. Ничем мы не обрабатывали. Но нужно обрезать. Буду 1/3 кроны осенью обрезать обязательно. Для того, чтобы были большие плоды, мне посоветовали. Сливы у меня желтые не очень хотят расти. Черешня капризничает. А вот персики, пожалуйста, вы представляете, какое количество? А персики, пожалуйста.